Сегодня предлагаю испечь датский ржаной хлеб на яблочном сидре. В Дании ржаной хлеб является национальным достоянием и употребляется каждый день. В отличие от нашей культуры, где хлеб зачастую играет сопутствующую роль и является сопровождением блюдам, в Дании не принято есть хлеб вместе с другими блюдами. Если хлеб употребляется, то он является одним из ингредиентов блюда, а очень часто и его основным ингредиентом. Несущей конструкцией датского ржаного хлеба всегда является большое количество семян и зерен. В основном это рубленные зерна ржи. Если у вас их нет, вы можете взять зерна ржи для проращивания и грубо смолоть их на кофемолке. Или если у вас есть домашняя мельница, то на домашней мельнице. В этом хлебе совсем нет воды. Вместо воды здесь полностью используется яблочный сидр, поэтому желательно найти качественный яблочный сидр. В первый день мы делаем закваску и мочку. Для мочки мы заливаем рубленные семена ржи яблочным сидром. На следующий день приготовим тесто. Для этого соединяем закваску, мочку и оставшиеся ингредиенты для теста в большой емкости. Месить датский ржаной хлеб долго не нужно. Достаточно просто хорошо смешать все ингредиенты рукой.
Не забываем наслаждаться процессом, попивая яблочный сидр. Положив тесто, утрамбовываем его и оставляем на расстойку. Расстойка у этого хлеба длительная. Она длится от 6 до 12 часов. Вы также можете поставить этот хлеб в холодильник на ночь и испечь на следующий день. Вкус от этого только выиграет. Как всегда, после выпечки хлеб заворачивается в кухонное полотенце и оставляется на созревание минимум на ночь. Если вам понравилось это видео, вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. А может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье! И, как говорят в Дании, вельбекомы! Thank you.